такой, что ни день, то песня. Наш бункерный дебил сегодня опять обосрался. Суть в чем? Все доллары заблокированы. Чтобы вы понимали, что любые баксы или евро, они не хранятся на российских счетах. Они хранятся на счетах банков-корреспондентов. Ну, это британские, американские счета. И, значит, все заблокировано. И сейчас, если Путин и его шайка продает газ и всякие другие товары в Европу, то Европа рассчитывается долларами, и эти доллары опять приходят на корреспондентские счета, опять же, в Америке и в Европе. Естественно, они заблокированы, и получается, что пока Путина свора не остановится, все эти бабки он не получит. Что он только что сделал? Он объявил, что теперь все будет продавать за рубли. Он решил, что он всех наебал. Ну, наебали опять его. Потому что, чтобы так произошло, компании европейские должны купить рубли на бирже и этими рублями рассчитаться. И типа Путин думает, что в таком случае при покупке рублей эти баксы окажутся в России. Но на самом деле они опять попадут на корреспондентские счета, и при покупке рублей эти доллары тоже будут заблокированы. Я не понимаю, кого он там слушает, что у него за советчики. Блять, они ему уже насоветовали, что, сука, весь мир против него, что армии нет, что он тут проигрывает по всем фронтам. Только что его войско попало в окружение под Киевом. И сейчас там рупором говорят, сдавайтесь, или мы вас всех уничтожим. Скажите ему кто-нибудь, чтобы он вообще начал изучать экономику, выходил из своего бункера и тоже сам сдавался.